Спонсоры Nitro, официальная пищевая добавка UFC. Истман на 8 лет старше, чем Витор Белфорд. И у Белфорда более длинные руки и ноги. Вес тут роли не играет. Белфорд также на 3 дюйма выше. Выступит ли Белфорд так же, как против Вандерлей Силва? Судьей будет большой Джон Маккарти. Интересный бой. Я каждый раз, когда вижу Виктора, начинаю нервничать. Истман начинает с прострелов. Ему нужно провести комбинацию ударов руками и потом нападать всерьез. Виктор немного изменил свой вид, кудрявые волосы и усы. У него таланты смешанные. Опасный человек. Виктор Белфорд здесь не в первый раз, он опытен. Марвин очень взрывной, сейчас противники друг друга прощупывают. Марвин Истман по фигуре похож на футболиста, это потому что он и был футболистом. Много лет играл в CFL. Сейчас хочет задать трёпку Виктору Белфорту. Виктор долго был просто боксером, вот хороший удар по ноге Марвина. Но он в конце концов развил в себе очень неплохую технику муай-тай, хорошие удары ногами. Виктор был очень быстро руками. Вот, посмотрите. Истман падает. Красиво. Бой закончен. Да, это прежний Виктор. Превосходный. Он приобрел опыт в муай-тай, но и не растерял былого. Какая у него скорость рук. Финам Виктор Белфорд. Вот чего все боятся, встречаясь с ним. У него просто невероятная взрывная скорость. Когда он бьет руками, если попадает один раз и оглушает, ждите еще 30 ударов за какие-то несколько секунд. С таким очень трудно справиться. Оглушив вас, он становится самым опасным боксером планеты. Посмотрим на повторе. Видите это колено? Бах! Первый шок. И он так и не останавливается. Не дает вам шанса перевести дух. Колено из муай-тай. Удерживая голову руками. Не давая ей уйти от удара. Вот так развивается его опыт. Очевидно, он в отличной форме. Всего за 3 недели он пошел на бой с Чаком Лиделлом. У него не было шанса действительно подготовиться, как он хотел бы, что ничуть ему не помешало. Его опыт неоспорим, и он доказал это еще раз, что у него самые быстрые руки на чемпионате по боям без правил сегодняшнего дня. Брюс Баффер с официальным решением. Дамы и господа, судья Джон Маккарти остановил бой на 1:10. Победитель Финам Виктор Белфорд. У Истмана большущая шишка на голове. Большой порез над глазом. Самого устрашающего вида, что я встречал. Наверняка от этого колена. Эдди Браво с Виктором Белфордом. Поздравляю Виктора Белфорд. Замечательная победа. Людям всегда интересно, когда же Виктор появится? Прежний Виктор? Или Виктор Забияка? Так вот, сегодня прежний Виктор появился. Опишите бой. Прежде всего, спасибо Господу, он изменил мою жизнь. Я очень счастлив. Спасибо всем, кто сегодня пришел поддержать спорт. Для нас это очень важно. Спасибо Господу. Он изменил мою жизнь. Спасибо Господи. Спасибо жене Джоанне, матери, всем моим друзьям в Бразилии. Спасибо моему пастору Мауро Силва и всем моим друзьям. Всем друзьям, спасибо. Мы своего добились. Виктор, посмотрите на повтор. И опишите, что происходило в бою.
Расскажите мне об этом колене. Как вы здорово его уделали. Да. Я говорю, я вернулся. Моя сила идет от Господа Бога. Я теперь тренируюсь каждый день. Я хочу драться. Очень хочу. Делать свое дело. И спасибо всем от UFC, Флоренцо. Президенту Дэйна Уайт, спасибо большое, спасибо. Я вернулся. Благодарим вас, Витор. Всех поаплодируем. Я хочу кое-что сказать. Микрофон вам, ребята. Мне кажется, он уже все, что нужно, сказал. Вы видите эмоциональный всплеск. Вот что бывает, когда вы феном. Когда от вас ждут, что вы величайший. Вот как, в каком стрессовом состоянии вы можете оказаться. Да, самый серьезный порез, что я видел в бою. Как будто в него топором били, а не коленом. Итак, Витор с победой над Марвином Истманом. А нас ждет еще интересное действие сегодня. Лас-Вегас, Невада. Гостеприимный город. В шестой раз устраивает здесь теплую